Всем здрасте! Добро пожаловать уже на 13-ю часть прохождения Plague Tale Requiem. И мы продолжаем. В прошлой части мы встретили опять Арно. То есть он какой-то добрый стал немного, мягко говоря. Он нам помог. Сейчас мы идем в укрытие контрабандистов, чтобы найти лодку, на которой мы сможем уплыть на остров, который необходим Гуга. Погнали! Так, мы тут не переплывем, да? Да не боись, ты просто вода. Ну, похоже, оно действительно добрый. Какой-то добрый. Но тут волны действительно большие. Мне кажется, он бы утонул. Ладно. Да, как бы он... Тут глубоко. Так, куда они уходят? Подождите меня. Стойте, блядь. Саундтрек хороший. Да, нормально все со мной. Погнали. Да, спасибо, Арно. Каким морским скорпионом? Ну, давай. Опа, блядь. C'est moi, abruti. Laisse-le passer. Арно. Même ces charognards de rats ont pas voulu de toi. J'étais pas seul. Ça alors. J'aime cette nouvelle équipe. Voilà Amicia et Hugo. Le petit a du potentiel. Mais la grande sœur... Va falloir la dompter. Vas-y, essaye. Да, только попробуй, блядь. Je constate que tu lui as déjà laissé un souvenir. N'aie pas honte, trésor. Ça te va bien. Qu'est-ce que tu veux? Ton Rafio. On doit aller à Lacuna. Affaires personnelles. C'est fini, Arno. J'ai l'armée du comte sur le rable. Et des milliers de rats qui grattent à ma porte. On arrête les frais. Je les renvoie tous chez eux. Alors, viens toute seule. Sophia, tu me le dois bien. C'est d'accord. L'océan m'appelle à nouveau. J'ai besoin de prendre le large. Allons-y. Juste une chose. Quoi ? Si tu la touches une seule fois devant moi, je te tue. Понял, блядь. Понял. Договорились. Ну все. Смотри, арбалет. Арбалет теперь au fait, какой у меня. Les hommes du comte ont mis mon bateau en cale sèche. Oh, l'appel de l'océan. Ça, c'est plus vrai que jamais. Je dois dire deux mots à mon équipe. Allez voir au village, mon navire est là-bas. Je vous rejoindrai. D'accord. Venez. Alors... C'est le moment de l'année où tu veux tout plaquer. Sauf que c'est pour de bon cette fois. Bien sûr. On va jouer aux osselets en attendant que tu reviennes. Ну, что нормально. Ох, блядь, ливень начался. Смотри, какой арбалет красивый, блядь, ты смотри на него. Ебать, ты посмотри на него. Посмотри, арбалет, ебать. А ливень сильный? Сильный. Так, что у меня по луту? Так, болт, два, камень, надо сделать побольше. А дрогиса побольше, экстрингиса, все, заебись. У меня теперь все есть, надо болт. Я готов всех. Это мне туда?
Блять! Давай! Давай, обоссы его, обоссы его, обоссы его, обоссы его. Понял, блядь. А я могу его лутать? Я могу их лутать! Пизда вам. Так, а ты с чем? С шлемом? L1 это чё? Пизди его. Опа, 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 опа. Давай, 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 убей его нахуй. Так, Гуга, отвернись. Молодец, согласен. Опа, этот без шлема, да? А этот без шлема. На, въебало. Ляпаса. Опа, там еще один. А крысы тут есть? Подожди, подожди, тут есть горшок. А он загорится от огня? Так, иди-ка. Ха-ха, бля. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот его убей. Или кого? Тихо-тихо-тихо, сидим-сидим-сидим. Давай. Да, блядь, отойди. Ладно, не могу. Нормально, сейчас помогу ему. Смотри, смотри, без шлема. Ай, блядь. Ну давай, пизди его. Я ему помочь хочу, сука, я ему помочь хочу. Блять. А, нормально, он его победил. Что по поводу лута? Где лут? Это сундук, да? Это сундук. Арбалетный болт. А его переработать смогу только, блять. У меня нету. Ладно. Переработаем. Плюс один элементы. Максимально невыгодно, он, конечно, перерабатывается, но... Нож. Блять, и нож переработать можно, сука. А сколько? Плюс два элемента. Ну, ладно. Ладно, пойдет. Дождь, конечно, сильно идет. Все подтапливает. Мне это не нравится. Лови, леп. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! А чё они, блядь? А, могу, да, управлять ими? Могу. А как? Да, выгибала. Чё там случилось? А я... И слишком много они не слушаются. Блядь. А чё мне делать? Тихо. Тихо, тихо, тихо. Куда? Спокойно. Да я здесь, дурак. Давай сюда, блядь. Лошара. Так, подожди, подожди. Мне что-то кажется опасно затея. А, точно, можно же так пойти, блядь. Но он его убьет, да? А вот это? Блядь, а не без этого. Ладно. Тихо. Услышал, 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 сука. Это чё? Надо посмотреть. Блять. Ладно, его друга я убью. Давай! Сейчас обыграю. У него сзади что-то есть, да? А он его убьет, да? Огно его убьет? Хорош! Красавчик. Лутать его надо? Давай, летаем. Блять. Нет. Вот это что за лодка? Мне интересно. Давай. Там по-любому есть лут какой-то интересный. Мне сейчас нужны арбалетные болты. Правда, я их мало могу таскать, но они лишними не будут. О, сундук, смотри какой. Ну... А это перо, это что это? Это перо, это для... Это не для Гуга? Нет? Ладно. Кто тут еще есть? А, что, все? Я всех убил? Опа, кольцы. Что-то как-то легко было. Даже не почувствовал. А, вон они еще. Вот, бляди. Я знаю, что с ними сделать можно. Горшок. Горшок со смолой.
Аккуратненько к ним сейчас подойдем и сожгем обоих. Я понимаю то, что это максимально агрессивно, но такова жизнь. Я уже сказал, я уже 10 раз сказал. Я буду отыгрывать максимально злую амицию. Максимальная агрессия. Как посмотреть? А тебе нормально? Не жарко? А, стекло-то даже не выпало. Ладно. Погнали дальше. Блять, смотри, этот с броней. Мне надо как-то аккуратно к нему подобраться с камнем. Блять, а тут еще один. Сука, он смотрит сюда, да? Он спали, да? На, ляпаса. Ты что, дебил? Давай! Бля, как же я их разношу легко, легко, легко. Даже не почувствовал. Ой, я думал, ему плохо стало. Так, это что это? Это элементы плюс 5. Надо арбалет уже начинать изучать. Ага. Я отсюда вышел, да? Да. Погнали дальше. Опа, еще что-то есть. Смотри. Что это? Кинул. Это сундук? А. Стой! Блядь! Сука! Стой! Ёбаный свет! Я потерял арбалетный болт, который очень ценный в этой игре. Зато нашел горшок. Ладно. Опа, блядь. Давай, Арно. Убей его. А там еще один сейчас подойдет, да? Ладно. В случае чего у меня есть... Понял, 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 понял. Убил. Легчайше. С первой попытки прохожу, ты посмотри как. Так, лут. Не было. Так, лут. Не было. Лут есть. Опа. Мне туда? Или не туда? Но тут что-то по сохранению было. А, мне не сюда. Значит, я отсюда мог бы выйти, если бы по стелсу, наверное, проходил, да? Ну, ладно. Так, мне нужны арбалетные болты очень срочно. Блять. Чё, дурак, блять? На тебе нахуй. На, блять. А, он так быстрее его убивает? Понял, буду знать. Все, я всех убил? Да, всех убил. Интересно по поводу узнать навыков. Ну, сейчас я убил очень много. Даже всех, похоже. Да, всех. Ну, конечно, плохо видно, но... Может, получше найду. Кадр. Гений был лучше, но сомневаюсь. Еще кто-то будет. Блять, нам еще много. О! Открыта способность агрессия. В смысле? Нажмите, чтобы узнать больше. Ебалово. Агрессия предмаксимальная. Ловкие пальцы. Амиссия позволяет быстрее перезаряжать оружие. Уязвимое место врагов и может душить их проще, быстрее и незаметнее. Ну блять! Так это же бесполезно! Ладно. Пусть будет. Это бесполезно, бесполезно, но лишним не будет. Ветер сильный, да? Шторм начался. Точнее, усилился. Да выше!
Блять. Нормально. Фух. Чуть не спалился. Лут есть? Нету. Так. Ну, смотри, я сейчас к нему подойду. Я не смогу его убить. Тихо, видишь? То есть у меня выбора нет, блядь. Я не смогу его убить никак, вообще. Давай, Арно, бей его. Там что, крысы? Крысы. Блядь, не залутал. А? А? Что такое? Блядь, нету болта. Успею? Блядь, на, в ебучку тебе, дурак. Отхожу. Отходи, отходи. Лутаюсь. Бля, музыка. Я чувствую, тут так и надо проходить. Я прям чувствую это. Тут прям и надо пиздить всех. Убивать всех. Это очень клеится в мое прохождение. Прям идеально. А еще я могу тут крысами управлять, да? Там еще... А, нет. Только вот я боюсь, как я прохожу, я пропущу очень много всего интересного. Понимать, я цветков нихуя не пособегал. А я знаю, тут они есть в каждой главе. Вроде как. Опа. Ну, блядь! Сука, ладно. А я думал, тут ничего нельзя лутать. Блядь. Малую и аккуратно. О, там еще есть. Хе-хе. Ляпаса. Еще много осталось или нет? Мне интересно. Зато... арбалетный болт. А, стой, я же могу улучшать снаряжение, да? А как? Улучшение. Во, смотри, арбалет. Больше стрел. Арбалет. Блять, 80 элементов надо. Так, давай зарядим. Восемьдесят элементов, я не знаю, где я соберу. Целых 80, блин. Ну, хотя как-то я собрал же 60, значит, соберу остальные. Так, в шлеме? В шлеме. Вот и без шлема, походу, да? Э! А как? Блядь. Блядь, а там еще толстый. Бронированный, извиняюсь. О, арбалетный болт. Второй. Я могу сейчас 3 собирать, да? Я правильно понимаю? Или сколько? Больше стрел, это больше на одну? Или больше на сколько? А как мне сюда забраться? Бля. Как мне туда забраться? Да ебать. А как мне забраться туда? Как-то можно, но я не знаю. Ладно. Окей. Окей. У меня 2 болта. У меня есть огно. Какой он большой, если отсюда смотреть. Да. Огно. Навъебало. Максимально помогаю ему. Максимально ему помогаю. Еще один болт. Третий, да, максимальный? Я правильно понимаю? Так, я знаю то, что вот в этого надо кидать вот этой хуйней. Ай, стой! А, блядь. Давай. Надо, чтобы Арно начал с ним драться. Да. Блядь, а я тут не заберусь, да? Сука. Есть. Добивай. Хорош. Легчайшая. Бля, боже, как все слажено. Как мы слаженно работаем. О! Смотри, это что? Ха-ха, сюда, сундук! Сюда! Я хочу его залутать. Мне нужны инструменты. Значит,
Значит, это мой сундук. Блять. Блять! Извиняюсь. Чуть не сгорело. Уйдите отсюда, нахуй. Блять, вы тоже. Блять, у меня... Блять, ты... сука! Как? Подожди, горшок с вот этой хуйней. Блять! Я думал, он их уничтожает. Уйди, уйди, уйди отсюда. Лутаем, быстрее лутаем, уходим отсюда. Пожалуйста, только не хлам. Да нормально там все будет. Что там? Элементы плюс 11. Спирт. Все, убегай, убегай. И все? Ну, ладно. Ну, это почти не хлам. Но и не то, чтобы очень хорошо. Фух, вот это было сильно. Прям сильная такая потасовочка у нас была. Ой, Сайо. Сомневаюсь, что тут безопасно. Je vais l'accompagner. Repose-toi. Tout ira bien. On sera pas loin. Envoie les rats sur lui, s'il t'embête. Oui. Ne te réjouis pas de ces choses-là, gamin. Блин. Нормально, давай, убьем его сейчас. Легко. Куда? Квадратик. Давай. Блять. Треугольник. Легко. Ой, как кровь растекается. J'ai déjà une dette envers toi. Non, tu ne me dois rien du tout. Ça fait partie du code. Да ладно, в каком долгу? Si ça peut aider. Да, лучше подружиться. On peut essayer, mais tu finiras par vouloir me tuer toi aussi. Балдежно. Для превьюшечки вот это, думаю, самое то. Так, чё? А способность? А способность? Навыки. О, смотри, 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 маленько осталось. Маленько осталось. Хе-хе. А после того, как мы вкачаем на максимальную. А зачем мне он? На арбалет для максималки надо 80. Ну все получается, копим на арбалет. Делать там нечего. Бля, знаете, что хочу сделать? Знаете, что хочу сделать? Все. Пизда компу. А, все. Voilà, что-то поменялось? Да как будто хуже стало, не? Как будто хуже стало, да? Опа! Не зря посмотрел. Сундук. А FPS стал хуже, я вижу. FPS, да. FPS оставляет желать лучшего. Прям чувствую, чувствую, то, что меньше 72 залоченных. Тебе надо спуститься, ты помог. Да. Да нам всем бы в каюту уйти. Так. В смысле? А, я не там стал. Понял. Так прикольно сосочком управлять с геймпада. Да нет разницы с RTX-ом, блять, но я не вижу. Где ты? У, сука. У, блять. У, сука. Ладно. Хватит.
Ты Опа. Хочешь сделать что-то? Я вижу. Это мне? Давай, снайпер! На! Изи. А, блин. Налетай. Ну, давай. Конечно, отличный выстрел, у меня других не бывает. 58 кадров, блядь! Так где тут FTX, сука, вы мне объясните, я не вижу FTX-а. Ну, реально, ну... Скажите мне, пожалуйста, в следующих прохождениях стоит ли мне читать субтитры, если нет русского языка? Или не стоит? Давай, ты мужчина, ты, блядь. Я хрупкая женщина. Независимая, но хрупкая, понимаешь? О! Все, возвращаемся. Вот, смотри, кадры проселись. Бля, ну я не знаю, где тут FTX. Гугу умирает. Ну да. К сожалению, есть такое. Но мы до сих пор даже не знаем, сможет ли ему помочь этот остров или нет. Че он стоит, блядь? Ты пиздюк, сука. Да, иди в каюту опять. Уи, капитан. Опа, что тут есть? Сидит. Так, а куда мне сейчас надо? Куда? Чё позадать? Освободите корабль. Куда? А, вот эта хуйня, да? А, нет. Она не она. Не понимаю. А чё надо сделать? Освободите корабль. А, якорь поднять, скорее всего, да? Ладно. Давай быстрее. Тяжело. Тяжело. Да. Якорь поднят. Отплываем. Есть. Капитан. Ай, извините. Не хотел. По какому сигналу? А. Ну давай. Мы отплываем. А что-то с ним не то, да? Сука, ну я так и знал, то, что так просто не будет. Подожди. Не зря же туда. Не... Подожди. Я знаю, куда делать. Подожди. Бля, как будто проходил игру, не знаю. Вот чувствую. Хе-хе. Изи, блядь. Я могу попробовать. Я уже освободила. Что за... Эпично выглядело. Мы плывем. Офигеть. Какой саундтрек хороший. Прям очень. Даже погода вроде как легче стала, лучше. Полученное достижение, преступники. Это я. А вот уже главу получается. Какая? 5, 6, 7, 8. Восьмую главу мы, знаете, или 7. Чё это? 5, 6, 7, 8. А вот 8 главу уже в следующей серии узнаем, да? Да, что там будет. Ладно, большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был, как всегда, я Витхер. Всем удачи, всем пока.